Non devi far così, non devi far così. Perché fai spaventare? Видите, как дети подбегают и пугают. Вот она, девочка. Молодец. То есть, ребята, они тут все время, видите. И днем, и ночью. Прыг. Сейчас мы их покормим, ребят. У нас есть немножко хлеба. Вот тот хлеб, что у нас остался. Сейчас мы им дадим. О. Ай, молодцы! Кушайте. Так нельзя. Ай, хорошо. А Чак ждет своего мячика. Подожди, Чак, сейчас покормим. Селезень все время на страже, ребят, заметили? Поест, поест и смотрит. Я прям на утку забросила. Прости. Извини, извини. Прям на крылья попала. Ну ладно, они не голодные. Я вижу, как они кушают так. Не очень. С большой охотой. Доброго времени суток, ребяточки, привет, 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 мы в парке, вот, уже покормили уточек, они сытые, кушали без особого желания, ребята, вот Чак, по идее, сегодня должен прийти ответ для Чака. Ответ по селезенке. Вот, так что ждем. Ждем. Ну а пока ждем. Будем играть с Чаком. Вот, в парке. Солнышко. Красота. Тепло. Просто прелесть. К концу недели я видела прогноз погоды, ребят. До 20 градусов тепла. Так что весна набирает обороты. Вот. Ну и даже скажу вам, в обеденное время уже даже жара. Вот. Так что прогулки нужно будет потом начинать делать рано утром. Ну или же, конечно, поздно вечером. Чакушка мячик уже, видите, как портит, обгрызает. Скоро он будет страшненький. Ну, а пока вот так вот. Пока ребенок играется. Играется, мам, давай, пинай. Мам, давай, пинай. Ну, как же я люблю, когда он с мячом играет. Так здорово. Вот так, вот так, кипушка. Вот так вот, мам. Вот так вот лапами держит. Прям я не могу, не выбьешь у него. У него не выбьешь мячик. Во-во-во. Ты мой спортсмен. Ты спортсмен, Чак? Да, мам. Да, мам, я спортсмен. Давай, давай, футбол, давай, давай. Мам, давай. Мам, поможете мне, не дай, пожалуйста. Аккуратненько. Мам, давай. Так крепко держит. Вот такой ребятенок. Очень любит с мячом играть.
пошла играть на цветочном поле, это вообще прекрасно, да? Красота! Ромашки вокруг! Запахи! Ребят, медом пахнет! Запах... Только сейчас до меня дошло. Запах меда. Чеки, а палочка? Выбор у Чака. Палочка или мяч? Конечно, побеждает мяч. Когда мячик, палочка ему... Неинтересно. Вот так вот. Куда бы вы думали, он идет? Мячик. Да. Мячик здесь, да? В сумочке мячик. А я тебе не дам, хватит. Ну вот, как-то так. Что, идем домой? Давай, еще 5 минут и поехали домой. Вот откуда медом пахнет. Я поняла. Вот это от этих цветочков. Синичка поет или кто это? Ребят, как же я могла не показать вам Яшу? Он пришел ближе к обеду. Потому что я смотрела, раньше его не было. Смотрите, пришел и смотрит в окно. Посмотрите на него. Ждет меня. Вот такой Яша. Он меня не ожидает сзади. Так, по-моему, он меня увидел. Вот он во всей своей красе, на своей позиции, на своем любимом месте. Я обалдею. Такой Яша. Ладно, Яш, не буду тебя беспокоить. Грейся, грейся. Красивое место ты себе выбрал. Молодец. Ребят, пользуясь моментом, что Яша ушел недавно, я решила сделать ему бассейн. Закопала ему вот такую крышечку. В общем, там воды достаточно. Как бассейн будет у него свой личный. Я думаю, он будет рад, потому что вода нужна. Скоро будет жара. И я думаю, водичка нужна будет. Посмотрим, как он оценит или нет. Решила немножко усовершенствовать. Обложила немножко мхом. Ну, приблизила к более естественным, натуральным условиям. Посмотрим, будем наблюдать. Ребят, прошло где-то полчаса. Яша больше не пришел. Наверное, он свою дозу тепла принял и пошел в норку. Ну ладно, будем наблюдать, ребят. Всем пока-пока. Доктор Клаудия тоже пока не ответила, но... Сообщение она прослушала. Видать, занята. Ладно. Если будут новости сегодня, сообщу вечером. Все, ребятки, всем пока. Хорошего дня, позитива, счастья, добра, здоровья. Пока!